началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово! Так, секундочку, наушники одену. Так. О, идеально просто. Всем здорово, друзья, с вами Дэн, мы продолжаем... мы продолжаем, по сути, играть в Лего-игры. У нас на очереди уже восьмая Лего-игра. Да, восьмая Лего-игра. Это опять Звездные войны. Да, мы вернулись, недолго мы от них, в принципе, отдохнули. У нас сразу, кстати, идет вот этот... Как во всех Лего, вот такой вот, так сказать, мультик, да, типа как трейлер. Вот. У нас, значит, Лего Звездные войны 3, The Clone Wars, Битва клонов. Возможно, это сделано по мультсериалу, хотя, скорее всего, это и да, это и сделано по мультсериалу, который я все не могу посмотреть, потому что сколько там, сезонов 7. Но прикол в том, то, что вот уже вышел сериал «Бракованная партия», и... В принципе, я прям вовремя начал проходить. Вот, значит. Ну, мы начинаем. The Clone Wars. Звездные войны 3. Так, новая игра. Я уже тут уже в настройках похимичил, настроился уже. И, в принципе, можем играть. Выбираем первую ячейку. Так, у нас здесь вместо загрузки у нас тут Йода. Сохранение завершено. Окей. Так. Угу. Звездные войны, так. И чё? Насколько я знаю, здесь у нас... так, мы это можем пропустить. Но нет, у нас пролог, это я пропускать не буду. Так, ну кому надо, да, ставьте на паузу и читайте. Хотя здесь он довольно-таки медленно. У нас вот эти вот титры идут. Так, в эту игру, опять же, на пиратке я как-то играл. И, насколько я помню, там... главная база, где у нас будут показываться проценты и так далее. У нас будет это... На корабле. Так. Ну вот сейчас мы узнаем. Когда играл на пиратке, вроде бы сюжетку я прошел полностью, но теперь мы будем... Там вроде то ли опять зависало что-то, то ли мне просто надоело, я удалил. Но, в принципе... Да, вот начинается как раз-таки у нас... вот с этого момента, это я тоже помню. Вот у нас джедай сейчас был. Вот у нас Джанго Фетт. Да-да-да, вот. Игра в Дуку там был. Ну, типа казнь, да, типа на арене. Но как раз-таки придут джедаи. Кстати, графика довольно-таки, ну, уже получше, да, получше. В сравнении с первой, с первыми Лего Звездные войны, да. Надеюсь, на этой игре мы долго не зациклимся, да, пройдем это все быстренько. Сейчас вообще должен появиться Мейс Винду, по сути. А, во, Боба Фетт. Так... Ну да, вот эти вот звери. И как раз-таки следующая, друзья, у нас игра. Это как раз-таки пираты Карибского моря, до которого мы шли. Это пока что наша первая цель, да, была, да, дойти до определенной игры. Так, значит, сила. Сразу применяем силу. Так, опа-на, отлично. Мы можем ходить. Ага, собрали ступеньки. Окей, мы можем... Мы играем за Оби-Вана. Нам нужно сейчас спасти Падму и Энакина. Так. Угу. А, во-во-во, ну-ка. Отлично, и зачем...
Так, вот мы поднимаемся. Ай, ну это тварь меня ударила. А, во-во-во, вот теперь нормально. Подняли Энакина. Фига, это... Она до меня добралась. Так, ну мы, короче, освободились. Так, у меня есть цепь, но это прям как в Индиана Джонсе. Так, давайте возьмем, пожалуй, джедая. Так. Нужно победить. А, ну у меня... Нифига себе, у меня сила есть. Ну, точнее, я могу вот так вот... Вот этого я, кстати, не помню. Но меча у меня пока что нету. Так. Я могу скинуть... Так, ну-ка. Ага. То есть. Возможно, нужно, чтобы она в какую-то... Куда-то врезалась, да, скорее всего. Ну-ка, может, куда-нибудь сюда. Так. А, во-во-во-во-во, понял. Ну-ка, может, нам нужно... А, во, ну-ка. Так, а, во, силу вижу. Так. О, все, мы можем его, по сути, оседлать. Да, как прям как в фильме было. Так, ну-ка ты, кошка. Так, окей, ну-ка, давайте-ка мы... А где этот богомол? О, фиолетовая монетка, ничего себе. Так, у нас где-то богомол. Но нам стрелочка показывает на кошку. А, во-во-во. Так, подбили ее. Так, а ну ушли отсюда. Так, бежим. А вот, кстати, богомол. Опа, а тут много монеток. Так, а ну-ка ушли отсюда. Опа, на, в кошку попал. Случайным вообще образом. Короче, не будем обращать на них внимания. О, там еще монетки вижу. Ну-ка. Почему бы и нет? Так. А тут же при этом еще должны быть где-то бонусы. Ну, ушли отсюда. Опа, 3 из 5. Нифига себе, я, оказывается, что-то собрал. Опнул вот этого вот. Кошака. Опа, еще монеточки вижу. Так. И, наверное, еще... Опа. 4 из 5. Так, я подбил. И собрал истинного джедая. Ну, скорее всего, здесь будет истинный джедай. О, дроиды-эки, помним их, помним. И ненавидим, да, до сих пор. И сейчас как раз-таки прибудут наши клоны. А, ну вот сейчас, да, вот Мейс Винду. О, так. Джедаи пошли. Сейчас мы будем играть как раз-таки за Мейса, да? Ну, это вот такая вот подводочка к... А, во-во-во, вот и... А, вот, да, истинный джедай. Так. Кстати, упаднул он бластер какой-то. Так, ну-ка давайте Оби-Вана Кеноби попробуем найти пятую тележку. Ай, это было неприятно. Так, опа. Ай, не успел уже. Так, окей. О, во-во-во, отбила, точнее, одну, а, минус одна лапа. Так, ну я вроде коцу. О, настолько она коцу, что аж...
Так, окей. Давайте-ка попробуем найти все-таки эту пятую телегу. Может, она тут будет? Так, ну вот это тут осталось. А, это за что? Как ты вообще это сделал для начала, да? Ладно, нам, короче, в любом случае нужна будет Падма. Опа, а тут уже нам нужен, ну давайте Энакина. Так. И по Челюбану, да. Так, отлично. Дроид тупо ходят, окей. А ну-ка отвали. Так. И наносим еще один удар. А ну-ка, прям здесь тебя сейчас и загасим. Сейчас должен Йода подлететь с клонами. А, да, у нас же еще Джанго тут. Точно. А я могу оседлать вообще? Могу. Ух ты. На, просто сюда. Дроидеки только так просто валятся. Так, ну-ка. О, да, я тут могу целиться. Опа, подбили. Так. Ай, за что? Ну да, ХП у него потратили. Окей. Блин, нам что за ним еще летать, серьезно? Опа, подбили. Так, отлично. Ах ты, говнюка. Фига он драпу дал. Так, окей. А, я так и знала. Ну ладно. Монетки, нифига себе, кстати, 80 косарей собрали. Так. Так. И вот, да, сейчас ему башню снесут. Ну да, вот это, в принципе, и фильм. Опа. Футбольчик. Вот, и сейчас-то как раз-таки Йода и придет. О, да, вот и он. И наши клоны. Ну, как раз-таки на них-то и будет делаться упор эта игра. Мы будем как раз-таки играть за клонов, причем разных. И также здесь очень много персонажей, и среди них очень много клонов. Да. Тут и Рекс, и Коуди, все должны быть тут вообще. Так, мы должны им открыть. Открыть должны. Так. А, мы должны сюда всех доставить, окей. Ай, вот это было подло. Так, давай, заходи. А, мы должны еще закрыть, да, все, понял. Так. Тут у нас кто? Акбар. И еще какие-то два джеда, не знаю, кто такие. Так, запрыгивай. Так, отлично, закрываем и отправляем. Ну, и тут просто ходят дроиды. И тут у нас... Ага. Так. Также у нас тут много джедаев будет. Не как раньше, да? И отправляем их. Так, и что теперь? А, и ситхи у нас тут будут, да, ну это все понятное дело. А, ну. Опять вот леговские подколы. Подколы, приколы и так далее. А, понял. Серьезно? Окей.
Неплохо. И все, просто поле пустое, да? Только что там было дофига дроидов, теперь там просто парочку трупов. Эпизод завершен. Этот эпизод доступен для режима свободной игры. Нифига не бы еще длиннее сделали. Смотрите, как много у нас вот персонажей. У нас вот и вон дроид Эку вижу, еще тут много очень. Тут и вон дроид разведчик есть. Ну, мы получили Падму, Энакина и Оби-Вана. Истинный джедай у нас на 100%, да, здесь все-таки истинный джедай, хотя, да, кто бы сомневался, детальки, мы получили там золотой блок. 82 куска у нас, даже 3. Неплохо. Да, кстати, скипнуть я не могу. Золотой блок, уровень пройден, да, все завершен, и истинный джедай. О, смотрите, у нас тут этот голограмма. 10, да, будем собирать кого-то по ходу. И 130 золотых блоков. Так, окей, давайте продолжим. Посмотрим, где вообще и как. Что у нас будет за лобби и так далее. Так, ну вот, да. У нас корабль. Только это не наш корабль, да, он тут. Граф Дуку, Гривус. Опа, R2D2. Так, ага, это у нас Гривус вылетел. Как я понимаю. О, это вот этот набор есть в Лего наборах, да? Так, эти тоже свалили. Ну, он каждому дает задание. Так. О, у нас звездный разрушитель. А, нет. Не-не-не. Это не звездный разрушитель. У нас, кстати, тут не пишется, где мы. Да, у нас тут не пишется. Ну, вот наше, в принципе, лобби, в котором мы будем, в принципе, заканчивать и начинать. Так. Так, нам нужно тут собрать приборку. Да, и вот, у нас 14 минут мы уже отыграли. 2,5%. Ну-ка, мы можем встать, нажать на кнопочку 3. Ага, так, смотрите, у нас тут выбор задания недоступно. Это, наверное, либо еще одни эпизоды, да, типа эпизоды, да. Вот я, кстати, вот тут, ребят, я вам говорю, я вообще не помню, что да как. Но тут, допустим, карта. И смотрите, идет у нас развлетвление, да, то есть вот тут еще какая-то планета, потом вот, да, тут тоже какие-то значки. То есть у нас будет здесь разветвление и выбирать, я думаю, уже буду сам, да, ну или пишите там, с чего начать. Опа, 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 так стоять. Вот это мы прошли, вот эту планетку мы прошли. Тут у нас 0 бонусов, истинный джедай. Так, ну это арена. Так. Ну тут галочка, мы прошли, и потом у нас идет как раз-таки 3 доп уровня. Вот. Вот здесь. И вот здесь. Блин, я даже. Ну вот у нас тут. Ну тут, наверное, это все-таки не уровни. У нас вот основная карта. Выбор задания. У нас до сих пор монетки пропадают. Ну-ка, давайте бак этот уберем. Пускай они пропадут. Так, вот у нас 2 из 3 блоков. Мы можем что-то открыть. Нифига себе. То есть, будет интересно, я думаю. Мне уже интересно, на самом деле, потому что это одна из игр, которые прохождение, если и смотрел, то очень давно. Мы, кстати, здесь у нас персонаж, адмирал Кюларен. Нет, ой, я его купил случайно, я честно не хотел. Ну ладно, пускай он будет. Все равно придется покупать персонажей. Так. И если вы не против, я, наверное, тут можно ввести код. Я думаю, активирую код на монетке, если вы не против, конечно, да, там. Хотя, в принципе, комментарий. Опа, здесь может что-то. Комментарий много у меня не бывает, да, так сказать. Но я думаю, я все-таки активирую. Опа, да, у нас тут красный блок. Чтобы монеты были и можно было, в принципе, покупать перс. Опа, на нас, кстати, летят, да? Хотя это, по сути, X-винги. Ну ладно, я думаю, активирую на блоке X, да, то есть там на все, то есть с X2 по X4. И, в принципе, будем собирать в легкую монеты, чтобы потом покупать. Чтобы потом покупать.
Я, конечно, так в других играх делать не буду. Мы уже так делали в одной из предыдущих игр. Но это, наверное, будет последняя игра, где я так сделаю, потому что все-таки будем проходить немного честно, но... Поскольку нам нужно очень спешить, да, у нас очень много Лего-игр, мы только 7 прошли, это 8-я. И тем более тут вообще полный... Опа, смотрите, уже что-то по персонажу. А, ну вот, мы купили. И да, здесь все-таки будут, наверное, типа персонажа, там красные блоки, там и так далее. Я думаю, это будет так работать. Ну или что-то типа бонусные уровни, вот я не знаю. Но вообще, сюжетка у нас тут. И думаю, начнем мы с графа Дуку, битва при Джианозисе. Я думаю, мы начнем все как раз-таки с этого. И будем развивать эту линейку, пройдем ее. Потом, я думаю, Гривуса на луну Русана, да? И Кристофсис. Это у нас будет третье. Ну, думаю, да, так и пойдем там. Ну, смотрите, вот видите, да, вот эти планетки, мне кажется, они потом будут соединяться. У нас очень красивая карта получится. Это все прикольно. Чем-то напоминает почему-то Лего Звездные войны по седьмому эпизоду, который мы тоже будем играть, но это будет довольно-таки не скоро. Ну ладно, ребят, сейчас я буду уже прощаться, да, мы, в принципе, тут поизучали немножечко. И продолжим в следующей серии. А я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. Я с вами был Дэн, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.